этот год, год Маяковского, 130 лет со дня рождения этого великого поэта. Человека, который, как трудно сравнить с кем, как он ворвался в это время, как он его ощущал и как он его своим стихом, своим словом формировал, как он видел это время настоящее, как он видел будущее, которое он формировал, но в которое сам, к сожалению, не сумел вписаться. Это огромная драма великого человека, безумно талантливого, который по-настоящему оторвался от времени. Таких людей можно на самом деле, вот он, Пушкин, там, можно еще нескольких моих любимых поэтов назвать. В общем, эта глыба не справилась с самим собой. Самим собой и, видимо, со своим талантом. Вот. Но он оставил нам то самое потрясающее наследие. Я как-то кому-то говорил, у меня была уникальная возможность беседовать с папой Римским Иоанном II у него в личных апартаментах 29 минут. И самое большое внимание он уделил величию и творчеству Маяковского. Он, кстати, говорил о том, что русская культура, литература спасет мир. Это говорил Иоанн II еще тогда, в советское время. И как сегодня, тем более в юбилей, не позвать зрителя посмотреть спектакль, который основан на творчестве Маяковского. Я уверен, ни один человек не окажется равнодушным в зале, потому что каждое его слово, оно сегодня попадает в душу, в сердце. Оно сегодня безумно интересно, хотя ты понимаешь, что это было тогда. Блестящая игра Саши Пескова, просто блестящая. Он как бы, получается, как будто родился для этой роли. Вы сказали, что мамаша была большая дрянь, но дело в том, что мать была все-таки поэзия, а детки и машинисты. Ну, а Лили Брик, великолепная Янина Студинина, при всем том, что эта женщина манипулировала Маяковским, это я говорю для тех, которые еще не смотрели спектакль, вы же, конечно, посмотрели спектакль, который он любил так безумно, что не мог расстаться, простить ей то, что она не была стопроцентно с ним, как ему бы хотелось. Просто городской мюзикл. Он документальный городской мюзикл. Там нет ни одного слова, дописанное авторами. Мы все скомпилировали из самого Маяковского, из Эльзы Триоле, из Лили Брик, из всех его барышень, которые писали про него и так далее, и так далее, и так далее. Дальше, видимо, не надо рассказывать ничего. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, этот спектакль, мне кажется, что он сейчас, учитывая год 130 лет Маяковскому, он больше, чем спектакль, он скорее явление и такой своевременный необходимый манифест для города, для театра, как вы считаете? Несомненно, сам Маяковский – это явление на все времена для масштаба вселенского, потому что мы играем спектакль, в принципе, не играем вот конкретно персонажей, хоть и есть имена Владимир Маяковский, Лили Брик, но мы играем как бы отношение, свое отношение, как оно звучало бы вот сегодня, сейчас, словами Маяковского, его видением всего мироздания, его отношение как гражданина, как человека, который страстно любил не только свою страну, но и тех женщин, с которыми ему пришлось встречаться в своей жизни. Каждое слово, каждая фраза, все это именно вот те актуальные реплики, пробирающие до глубины души, до кишок. Все, что делал Маяковский, это наотмашь. Послушайте!
Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Браво! Браво, это великолепно! Это так трогательно! У вас замечательный голос! Много поэтов, и Фицджеральд, но Снежна мне тоже нравится. Приходите на спектакль, я там тоже играю, тоже 20-е годы. Но Маяковский, безусловно, новатор своего времени. Эти иллюстрации не для графических украшений. Это протокольная запись труднейшего трехлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов. Я приближаю, как могу, победу. Thank you.